16 февраля. Святой Симеон. Святая Анна. 16 февраля православные верующие почитают святого Симеона и святую Анну. В этот день люди молятся им для того, чтобы новорожденный ребенок был здоров, так как именно эти святые оберегают младенцев. Сегодня отмечают Международный день блина. День поиска запахов. День Киотского протокола. Отмечают день свежего ананаса. Наличие снега о дождливом и холодном лете, а также далекой весне. Если громко щебечет воробей, это говорит о том, что в ближайшее время наступит весна. Сегодня нельзя занимать деньги. Также не стоит надевать черные вещи. День ангела отмечают Михаил, Анна, Николай, Роман, Адриан и Павел. В 1923 году открыли гробницу фараона Тутанхамона. В 1968 году в США впервые начала свою работу служба спасения 911. В 1978 году создали первую компьютерную электронную доску объявлений. Камский автомобильный завод выпустил первый грузовой автомобиль КАМАЗ-5320. В 1831 году родился Николай Лесков. В 1941 Ким Чен Ир. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать много нового.